Три полевые кухни для жителей серой зоны на востоке Украины передали волонтеры Мальтийской службы помощи Запорожскому благотворительному фонду «Каритас». Ранее это оборудование находилось на балансе немецкой армии. Каждая такая кухня за сутки может обеспечить горячей пищей до 4000 человек. Две подобные установки уже работают в зоне АТО. Эти будут доставлены в Краматорск, Авдеевку и Мариуполь. Сотрудники фонда обучат местных волонтеров технологии приготовления пищи на полевых кухнях. Топливо и продукты для них будут поставляться в рамках акции «Папа для Украины». Представители духовенства провели обряд освящения оборудования и молебен за здоровье всех мирных жителей, которые находятся в зоне боевых действий. Церковь завжди стоит на том понимании, что с любовью до ближнего мы должны помогать всем потребующим, независимо от какой национальности, какого вероизнания, вероисповедания, в какой церкви кто ходит. Все ближние – это дети Божьи, и церковь простяє руку до всех. Папская помощь будет спрямована на то, чтобы действительно в этих кухнях было что покласти, сварить какую-то ежу. И хочу подякувати и Каритасу, и всем организациям, які передають папську допомогу потребуючим.